«Кто куда, а я в аэропорт». Под таким девизом работали сегодня 300 студентов из различных учебных заведений нашей страны, половина из которых – учащиеся колледжа Московия. Здесь все как в настоящем аэропорту – пассажиры, багаж, стойка регистрации. На базе аэропорта Домодедово для практических заданий отдан огромный ангар с выходом на взлетное поле, так, чтобы не было сомнений, что ты находишься в настоящем аэропорту. В аэропорту есть программа целевой подготовки «Приток», которая обеспечивает персоналом нашу корпорацию на ближайшие 10, 20 и далее года. Данная игра – это учебная программа, можно сказать, в которой наши студенты отрабатывают все практические навыки, которые они изучили на теоретических курсах. Теория, примененная на практике, лучший способ закрепить материал. Здесь отрабатывают все возможные ситуации. Вам стало плохо? Обратитесь в медпункт. Врач и медсестра окажут вам квалифицированную помощь. Ну, чаще всего к нам приходят с переломами и с сердечными приступами. Ну и сердечно-легочную реанимацию тоже приходится делать. Самое время сдать багаж. В этом отсеке работают операторы по обработке груза. Моя задача – это досмотреть багаж, составить в него акт, если он поврежден. Если он не поврежден, я забиваю его в систему. Вот, и комплектую уже на свободные поддоны и ячейки. Пассажиры – это те же студенты. Им поставлена задача намеренно создавать сложные ситуации, в которых сотрудники импровизированного аэропорта должны быстро принимать решения. Задержки рейса быть не может. Сегодня вы у нас кто? Заместитель директора аэропорта Чипхоу. Ответственная должность? Ответственная должность, работа с бумагами, иногда с пассажирами. Сегодня был инцидент с пожарной техникой, вызвали пожарную машину, был разлив топлива. Работа тяжелая, но работаем, привыкаем. Сами студенты работают с большим энтузиазмом. Практические задания им явно по душе. Мне кажется, во-первых, дети, которые участвуют в этой игре, они лучше понимают то, где они потом будут работать и вообще, что это такое. Потом это просто интересно, и человек получает опыт, а опыт никогда лишним не бывает. Это хорошая практика, и для многих детей это хорошая визитная карточка выхода на работу, потому что сегодня эксперты, инструктора – это все настоящие сотрудники аэропорта Домодедово, и когда они замечают какую-либо звездочку, да, то ребенок не остается в стороне, он напрямую сразу идет работать в аэропорт. Багаж сдан, посадочные талоны на руках. А как насчет питания во время долгого перелета? Рыба или мясо? Сегодня рыба и строго по всем нормам. Нарезать рыбу по выходу должна весить 88 грамм. А цукини нарезаем по 17 грамм, выход 12. И потом раскомплектовать и подать на борт питания. Теперь можно и на борт. Пассажиры заходят в автобус, который привезет их прямо к самолету. Для полного погружения в жизнь аэропорта для практикантов здесь есть три учебных воздушных судна, которые, к слову, они сами обслуживают, заправляют, обрабатывают антиобледенительной жидкостью, следят за состоянием деталей и так далее. Ну вот и все. Рейс отправлен без задержки. Счастливого пути! Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Видное ТВ.